Логотип является важной частью любого бренда, ведь созданы они для распространения и узнаваемости в обществе. И в этом ролике я расскажу о всех логотипах Windows, начиная с самого первого, заканчивая современным. Не буду томить, давайте начнем. Для начала скажу, что они из себя представляют. Это окно или флагоподобные фигуры, которые обозначают многозадачный оконный интерфейс Windows. Первый логотип Windows был создан Биллом Гейтсом и Полом Алленом в 1985 году. Он представляет собой скругленный прямоугольник, разделенный белыми линиями. Чем-то он похож на современное лого Винды. Применялся логотип к Windows 1.0 и 2.0. Но самое интересное это то, что в самой тогда еще оболочке для MS-DOS он не встречался. Второй логотип появился в 1990 году, и вот он был единственным реально похожим на окно, но только каким-то слишком черным. Так же, как и предыдущее лого, в системе оно нигде не появлялось. И вот в 1992 году на свет появился многим знакомый логотип Windows. Теперь он больше стал похож на флаг. Так как этот логотип использовался уж очень долго, прям до 2001 года, у него за это время появилось довольно много вариаций. Обычный, который использовался в Windows 3.1 и NT 3.1. Тот же, но немного повернут, из версии Windows 95 и тех, которые вышли позже. Объемный из Windows 98 и NT 3.5. Черно-белая из Windows NT 4.0 Terminal Server. Вот такой странный вариант для отмененного Windows Neptune. Еще один странный для Modular Windows. И последний белый вариант, который использовался у Windows Whistler. Следующий логотип появился в 2001, теперь это просто 4 изогнутых разноцветных квадрата, а еще они стали градиентными. Использовался он в Windows XP и Server 2003. Также у этого лого было еще две вариации, полностью белый, который появлялся в некоторых сборках Windows Whistler, и градиентный светло-серый, который использовался в Longhorn. Кстати, у Longhorn был отдельный желтый логотип и с символом, похожий на голову быка. В 2007 логотип немного изменил свой вид, став более светлее. Иногда это лого было с синим градиентным кругом на фоне, или как его еще называют, orb. Со сменой интерфейса, Windows в 2012 году сменила также и логотип. Он представляет собой 4 прямоугольника одного цвета. В Windows 8 он был светло-синего цвета, а в десятке стал немного темнее. Также в отмененной Windows 10X лого имело градиентность и скругленные углы. Современный логотип был создан в 2021 году, и теперь это просто синий квадрат, поделен на 4 ровных части. И даже он больше похож на окно, чем предыдущие. Ладно, ставьте лайки и подписывайтесь, если вам нравится такой контент. До новых встреч!